Ребята из Государственного комитета по молодежной политике долго думали, как поддержать девочку, которая за короткое время успела доказать всем, что в Абхазии живут удивительно талантливые и смелые люди. Валерия Адлиба смогла обойти множество сильных соперников и выйти в финал проекта «Ты супер». Дело за главным выступлением. Теперь, когда большая часть сложного пути уже пройдена, Лере как никогда необходима наша поддержка. Горит новая звезда, она светит ярче солнца, как никогда. Старым звездам есть на кого равняться смело, ведь эта звездочка горит ярко и умело. Всем показала силу воли, выходя на сцену, дала понять, что даже море по колено. И как сказал Дробыш с улыбкой на лице, российскому шоу-бизу пора уходить со сцены. Хрупкая девчонка, никто не ожидал, что она поднимет атмосферу и взорвет весь зал. С тобой вся Абхазия, и взрослые, и дети, ты супер, Лера, и лучше нет на свете. Слова этой пронзительной песни придумал молодой музыкант Степан Амичба. По его словам, настоящий талант вдохновляет на творчество и других. Песню написал я, как ее написал, я эту девочку знаю, но я как первый раз ее увидел на этой сцене по телевизору, я очень сильно вдохновился ею, и она показала то, что даже... Она, будучи ребенком, не боится сцены и многое доказала всем. И я решил как-то ее поддержать. И так как я занимаюсь музыкой, я решил поддержать ее с помощью музыки. И сидел дома, думал, как это сделать. В итоге написал песню маленькую в жанре рэп. В последний вечер перед серьезным выступлением ребята из Государственного комитета призывают всех жителей голосовать за Валерию Адлиба. Каждый голос может приблизить нашу Леру к желанной победе. Дорогие друзья, сегодня последний день, когда мы можем проголосовать за нашу Леру. Отправьте смс на номер 7375 с номером 01. Дорогая Лера, мы все за тебя голосуем. Наши ребята, голосуйте за нее, Лера, мы с тобой. Более 100 человек одновременно отправили сообщение с текстом 01 на номер 7375. Их примеру должны последовать все, кто болеет в этом конкурсе за Абхазию. Мы уже очень давно сидим и думаем, как поддержать Леру. Несмотря на то, что она находится очень далеко, хочется, чтобы она чувствовала этот дух, поддержку своего народа. И буквально вчера мы вот сидели вместе с ребятами и решили, что вот таким вот образом мы ее поддержим. В чем состоит вообще суть данной акции? Мы собрали ребят, которые состоят в волонтерском центре при Госкомитете по молодежной политике. Здесь, конечно, они не в полном своем составе. И решили одновременно отправить смс-голосование. И мы надеемся, что, Лера, ты выиграешь, мы рядом с тобой. Что бы ни случилось, ты все равно супер. Валерия Адлиба на сцене Государственного Кремлевского дворца уже 26 мая. Амелия Сатурян, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.